Мам, ты как? Все хорошо. Ты же у меня боец. Вы же ключевые фигуры. Директор по маркетингу и замдиректора. Ничего, что я с вами это обсуждаю? Я за рекламу не отвечаю. Илья, можно я пойду работать? Нет, котики. Никто никуда не пойдет. Извините, я на секунду. Я все это просматриваю, и вы за это время договариваетесь. Даш, принеси всем кофе. Прям термос кофе. Мне воду. Нет, кофе. Даже только кофе. Пожалуйста. Хорошо. Давайте, давайте, договаривайтесь. Как меняем ассортимент? Мне нужно, чтобы у людей был выбор. От минимализма до китча. Богатые любят минимализм, зато здесь мы можем сделать больше маркап. Лада! Здравствуйте. Пришли результаты анализов. Уверен, Сергей не рецидив. Теперь еще курс химии? Надо делать операцию и эндопротезирование. И чем скорее, тем лучше. А это дорого? Ну, сама операция будет бесплатна по квоте. А эндопротез, конечно, лучше бы импортный. А сколько это? Видите ли... Илья, ты здесь? Я что-то пропустил? Да. Ну, напиши в двух словах. Илья, я пойду. Мне поставщиков уговаривать теперь. Да-да. Ты понимаешь, что у тебя стая ведет самый слабый и старый волк? Первое. Стаю веду я, молодой и сильный. Второе, Борис работал с моим отцом. Он профи. Не знала, что ты такой сентиментальный. Не сейчас, ок? Да, босс. Я обедать. Куда сегодня? В атмосферу. Вернусь через час. Алло. Да, он выехал. Думаю, минут через 15 можно. Это похищение! Быстро, машину! Ты дурак, что ли, а? Тихо, тихо, тихо. Как был вскоре без башни, так и остался. Кто б говорил. Здорово. О, держи. Специально приехал. Ты женишься, что ли? А то. То есть он обезбашнит тебя, да? С меня кольца обручали. Самые лучшие. Естественно, обижаешь. Илюха, извини. Да. Скоро буду. Да. Давай. Девушка! Девушка! Вы перчатки забыли. Да не расстраивайтесь вы так. Кредит — это ужас. Вы лучше продайте что-нибудь или денег займите у друзей. Только не кредит и не микрозайм ни в коем случае. Даш, запиши, 27-го свадьба Сергея, не забыть про кольца. Слушай, я видел то, что нужно в каталоге на следующий год.
Подожди. Сейчас. Да куда? Вам помощь нужна, вы целы? Нужна помощь! Я сказал, отойди от машины. Ты по сторонам из принципа не смотришь. Простите, по поводу... Денег я тебе не дам. Во-первых, денег я у вас не просила. Во-вторых, я их не возьму от такого, как вы. Все понятно. Ваш фонд. Мы когда задумали эту акцию с последними желаниями, мы даже не знали, насколько это для них важно. Все наши усилия — это капля в море. Столько боли вокруг. Всю боль мира мы не победим, я знаю, я же не сумасшедший. Но хоть чуть-чуть уменьшим. Я хочу познакомить вас с Ильей. Был бы рад. Только где он теперь? Здравствуйте, Илья Андреевич. Вам менюли, как обычно? Здравствуйте. Как обычно. И воду. И воду. Воду на четвертый. Угу. Простите, пожалуйста, я машину оставил на заднем дворе. Могу здесь пройти? Да, конечно, Илья Андреевич. Благодарю. Да, мам. Нет, конечно, не забыл. Просто не могу приехать. Небольшая авария. Да ерунда. Я в порядке, мам. Жду полицию. Ну, когда я тебя обману? Илья Андреевич, уже уходите? Мам, ты еще здесь? Я сейчас тебе фотографию пришлю. Сейчас, сейчас, мам. Вот сейчас. Смотри. Алло. Все в порядке? Нет, простите. Бросил спорт. Это мое. Неинтересно. Кольцо могу взять. Байк у тебя ничего. У меня есть кому продать, если что. Алло, Даша, ну что, не появлялся? А где он обедал? В атмосфере опять. Ну что, если будут какие-то новости, сразу сообщи, а то он забудет. После того, как прогремел взрыв в ресторане «Атмосфера», несколько человек получили травмы. Среди посетителей был известный бизнесмен Илья Лавров. Он чудом не пострадал. Очевидцы говорят, что взрывное устройство сработало именно за его столиком.
Я как раз отнесла заказ за пятый столик. Я не помню, кто был в зале. И ты это называешь поцарапал машину? Ну, машину я все-таки тоже поцарапал. Ты ко всему относишься слишком легкомысленно, как твой папа. Ма, если хоть на секунду стану серьезен, то я просто сойду с ума. В прошлом квартале у меня было минус 16 миллионов, сейчас у меня прибыль 30. Если я сильно расстроюсь из-за убытка, я не доживу до прибыли. И мы больше это не обсуждаем. Если хочешь помочь, оплати лечение одной из официанток, она сильно пострадала. Я буду осторожен, обещаю. Но и ты пообещай, что не будешь больше вмешиваться. Конечно. Алло, здравствуй. Давай не по телефону. Это не страшно. Привет. Антон, ну ты хочешь, усы начни носить, а то алкоголь, небось, по паспорту подаю. Смешно. Юмористом иди работать. Ну что там? Ну так, без трупов, без мяса. Очень аккуратно. Одно место только разворотили. Покушение? Да ты Шерлок. Полис надо собрать, да, все везде. Ну, возьмите на шлифт. Хорошо, да. Завтра можно будет туда, да, уже? Здравствуй. Володя. Я слышал о взрыве. Это просто кошмар. Разговаривал с операми из отдела, где раньше работал. Они 100% уверены, что это покушение. Володь, помоги. Все сделаю. Для того и позвонил. Я боюсь. Я думаю, Илье нужен телохранитель. Так, чтобы никто не заметил, что рядом с ним охранник. Лада. О покушении слышала сегодняшнее? Нет. Ну, еще услышишь. Илья Лавров. Вообще не в курсе. Ты что, украшениями не интересуешься? А надо? У него сеть ювелирных салонов. Я знаком с его мамой. Ему нужен телохранитель, но так, чтобы не отсвечивал. Могу попросить о большом авансе. Хорошо. Заказ у Ильи Андреевича, мы поговорили немного. Прямо перед взрывом я внесла заказ и пошла. Что было странного? Да ничего, все как обычно. Из посетителей почти никого не было.
Я отдала заказ на кухню, пока ждала, вышла во внутренний двор покурить. Наберись терпения и ни на что не реагируй. Буквально ни на что. Он сейчас на взводе. Адекватной оценки ситуации нет. Ну как? Ну, даже слышать ничего не хочет. Кошмар. Знакомьтесь. Лада Софья Дмитриевна. Лада. Здравствуйте. Очень приятно. А девушка справится? Ну, если она не справится, то уж никто не справится. Значит, справится. Доброе утро. Доброе утро. Чтобы сэкономить время, давайте сразу. Нет, нет. Еще раз нет. Илья, это? Это Лада. Класс. Это единственный вариант по всей Москве? Это лучший вариант. Этот лучший вариант чуть не влетел мне под колеса, а потом требовал денег. Вы знакомы? Да, уже виделись. Угу. Я думаю, это ни на что не влияет. Владимир Васильевич, все влияет. Илья, ради себя, ради Софьи Дмитриевны. Просто попробуй. Я был следователем, я знаю, как это бывает. Одному от покушения не уйти. А большая охрана заставит убийц действовать жестче. Девушки, охранника гораздо сложнее различить. Супер. Рядом со мной будет ходить робокоп в шлеме, и никто этого не заметит. Она может ходить в обычной одежде? Ведь может? В обычной одежде. У нас в офисе и на встрече. Типа футболка и джинсы или черный пиджак, как у Чуповца. Вы издеваетесь, что ли, а? Илья, прекрати. Еще хоть слово про мою внешность, одежду, еще что-то, и я уйду. А вы реально будете ездить в окружении стада гоблинов в камуфляже. Ок, ок. Это единственный вменяемый аргумент. Стадо гоблинов не мой стиль. Но с этим надо что-то делать. Ну, мы это как-нибудь решим. Я ни слова не сказал. Известно следующее. Бомбу поставили около твоего столика, привели в действие сотового телефона. Кто-то знал, что ты поедешь в ресторан. Знал, где ты обычно сидишь. Угу. Видел, что ты приехал. Ну, не знал, что я вышел. Мам, приготовь, пожалуйста, чай. Да, конечно. Я получил 5 писем с угрозами. Каждый месяц по одному письму. И ты молчал? Они здесь? В офисе. Здесь бы я не рискнул. Так, я с тобой в офис. Заберу письма и отдам их на экспертизу по старым связям. Чай готов. Два. Журавлев у него золотой рог и Терентьев. Если допустить, что повышение удалось, что им это дает? Компания останется у мамы, все будут работать плюс-минус так же. Получается, во мне нет никакого смысла. Смешно. Простите, а вы... Ничего себе. Будем считать, что это комплимент. Пойдет. Но вы должны носить украшение, которое мы выберем. Иначе вы здесь слишком странно выглядите. Украшения мешают в работе. Пожалуйста. Отлично. Идем. Стоп. Вы всегда начинаете движение со мной. И если я по каким-то причинам не иду, вы тоже стоите. Супер. Теперь мои условия. Мы переходим на «ты». А иначе никто не поверит, что ты моя ассистентка. Идет? Посмотрите, пожалуйста.
Видите что-нибудь необычное здесь? Ой, извиняюсь. Ужас. Мы еще и без работы остались. Да? Хорошо, как фамилия? Не понял. И все материалы дела ему тоже показывать? Нет, я ничего не имею против, товарищ полковник. Хорошо. Что случилось? Да можно сказать, что ничего. Хотя нет, случилось. Позвонил мне, неважно, кто мне позвонил, и сказал, что со мной будет работать какой-то бывший следователь. Это из-за Ильи Лаврова такие сложности, да? Из-за его денег. У кого деньги, тот делает, что хочет. Слушайте, у вас нет какой-нибудь столовки поблизости? А я как раз думал, не пообедать ли? Тут рядом, пойдем, провожу. А у вас это кольцо ослеп на пальце? На работе принято снимать? Нет. Развелся. А ты прям Шерлок Холмс? Нет, Шерлок, это ты. Я скорее Мориарти. Ну, пойдем, Мориарти. Илья Андреевич, я слышала о взрыве. Я так испугалась за вас, когда узнала. Вы как, живы? Даш, прости, в каком смысле жив? А, ой. Правда, что за ерунду я говорю. Mm-hmm. Если бы я узнала, что где-то рядом взрыв, я бы точно умерла от страха. Mm-hmm. Знакомься, это моя новая помощница Лада. Увольняете? Никто тебя не увольняет. Ты работаешь в офисе, а Лада ездит со мной на встречи и деловые обеды и так далее. Ее должность – личная помощница. Пожалуйста, подожди меня в приемную. Можно паспорт? Красивый браслет. Спасибо, это наш. Я думала, такая красота продается в Золотом Роге. Тише. Это наши основные конкуренты. Никогда при Илье Андреевиче не говорили о них. А у нас много конкурентов? Основных два. Золотой Рог – это сеть ювелирных салонов Журавлева. Он крупный бизнесмен, у него магазины по всей стране. А второй – Терентьев. У него магазин помельче. А можно посмотрю? Да, конечно. Упс! Ничего страшного. А у вас тут столовая есть или буфет какой-то? Да, прямо по коридору. Да. Спасибо. Будет информация, сразу наберу. А где? Владимир Васильевич! Ты что делаешь? Ну, бегом на место. Надо пробить секретаршу срочно. Почему? Она прикидывается дурой, а сама читает бизнес-аналитику и следит за биржей. В общем, долго объяснять, надо пробить. Илья Андреевич просил передать, что вы можете не ждать его сегодня. Как это не ждать? Он уехал. Ну, я его не видела. Там есть еще один выход. Молодец, чего уж там. Сама знаю. Ты хоть метку ему поставила? Да. В машине. Ну, слава богу. Приходишь только, когда у тебя проблемы. Получается, чем больше у тебя проблем, тем
тем больше у меня шансов. Я бы так хотела, чтобы ты кого-то по-настоящему полюбил. Вот прям полюбил. Ты бы тогда понял, на что можно пойти. Неожиданно. И как ты узнала? Это моя работа. И давай договоримся, ты от меня больше никуда не сбегаешь. Мне нужен список и адреса всех твоих любовниц. Она одна? Адрес ты знаешь? Не считай меня тупой. Мне нужен список и адреса всех твоих любовниц. Неужели ты не понимаешь, что на вопрос твоя жизнь? На всякий случай, если с тобой вдруг что-то случилось, а позвонить, сообщить ты не можешь, любыми способами. Три коротких сигнала, три длинных. Три коротких, три длинных. Стук, свет, заикание, мигание, неважно. Три коротких, три длинных. Понял? Еще придумай слово. Вот ты робот, а? Слово. Хорошо. Перспектива. Запомнишь? Ну как? Спасибо. Она тебе понравилась? А я от нее убежал. В смысле? Она упустила меня. Ты что, ее проверял? А почему нет? Она тебя уже спасла один раз. Это интересно, когда? Ну, если бы не царапина на твоей машине, ты бы остался в ресторане. И тогда? Тогда ты меня спасла. Это ведь ты мне позвонила перед взрывом? Женщина, Илюшенька, создана для того, чтобы спасать вас, мужчин.
Недоказуемо, мам. Если она допустит еще один промах, я ее уволю. Ой, Илюша. Серега, привет. Что у тебя завтра? Я тут задумал одну авантюрку. Примерим сейчас, Илья Андреевич? Примеряйте, примеряйте. Цепочку не надо. Почему не желаете примерить? Ее не будет видно. А у вас золото российское или какое-нибудь турецкое? У нас только российское. Ну, а вот это вот кольцо с настоящим бриллиантом или все как-то выглядит странно? Заверяю вас, у нас все изделия высшего качества. Бриллиант настоящий. Здравствуйте. Здравствуйте. Если кольцо некачественное или бриллиант не настоящий, приходите прямо к нам. Вот вам визитка замдиректора. Его зовут Борис Федорович. Он все решит. И обязательно мне скажет. Спасибо. Всем оставаться на местах! Это ограбление! Стой, стой! Это свои! Свои? Ну ты дебил! Вот он теперь твой охранник! Будь с ним, пока мне не пришлют замену! Блин, она же меня чуть не грохнула сейчас! Серег, ты руки-то опусти. С меня лучше обручальное кольцо. Свет, слышишь? Конечно, Илья Андреевич. У тебя вообще тормозов нет, что ли? А ты что, обделся, что ли, штаны? А ты нет? Нет. Владимир Васильевич, добрый день. Я уволилась. Да. Вот так вот взяла и уволилась. Мне все равно, это ваше личное право. Я вас очень уважаю, но работать с этим я не буду. С операцией мамы как-нибудь разберусь. Можно? Кто вас сюда пустил? В прошлый раз вроде на ты перешли. Входи. Обеда сидешь? Я рядом была, подумала, на допрос заскочить. Что, понравилось? Ну, так. А пойдем. Работа все равно никогда не кончится. Как? Расследование? Участникам следственного процесса я ничего рассказывать не могу. Я пострадавшая. Нет, пока свидетель. Че, Борей, как связки? Да как в сказке. Заработать что есть? Какие люди? Горилла, смотри, кто пришел. Че, приперла? Типа того. Много надо? Ну так. Тема такая. В Японии пошли бои фриковые. Ну, это когда мальчик против девочки или самбист против каратиста. Он на горилла видел. Да, очень круто. Народ валит бабки рекой. Хочу такую тему поднять. Пойдешь? Мне нужно боев 10. И аванс. Я похож на идиот. И процент. Я подумаю. Но ты же все равно лучше меня никого не найдешь. Ты стоишь против меня, какого-то слона. Я побеждаю. Все ставят на слона, а ты на меня. Мне 10%, остальное тебе. Марина! Секунданта, пойдешь? А то!
Я проверил всех, на кого указала Лада. Результат в отчете. Секретарша Дашева, серьезно? Она далеко не дура. У нее красный диплом финансовой академии. Не может быть. Может. Она звонила сразу после твоего отъезда. Номер пробиваем, но на этот номер она звонила всякий раз, когда ты посещал ресторан «Атмосфера». Видимо, давно готовились. Ничего не говори ей. И не показывай, что ты знаешь про телефон. И что делать дальше? Не знаю. Это теперь не моя работа. Я не понял. Это из-за Лады? Всего хорошего. Добрый вечер, Илья Андреевич. Я все объясню. Как ты связана с покушением? Кому ты звонила? Выкладывай. Да никак, я клянусь. Я звонила на ресепшн охраннику, чтобы... В общем, мы с ним... С охранником, да? Да. Ну, чего ты себя корчишь, дура, если у тебя красный диплом? Дурам легче жить. Но я правда никак не связана со взрывом. Вы меня уволите? Вот неужели все вокруг не те, кем кажутся, а? Не знаю. Вот ты-то как раз знаешь. А я вам всем верю, как дурак. Ты врешь мне, Марго врет Борису. Борис еще кому-то врет. Есть хоть кто-то, кто не врет? Скажи. Не знаю. Найди мне адрес Лады. Сама решай. Илья Андреевич, вы удивляетесь, почему все врут. А вы сами. Вы уж поверьте, я-то знаю. Вы меня заставляете придумывать ложь клиентам, подчиненным, потому что не хотите встречаться. Вы сами лжете своей матери, всем своим девушкам. Они это знают и лгут вам. Так чего вы удивляетесь? Все? Теперь да. Всего хорошего. Простите, вы не подскажете, в какой палате лежит Фадеева? Как вы сюда попали? Простите, долго объяснять. Мне нужна дочь Фадеева, Лада Фадеева. Я должен ее увидеть, это очень важно. Я был у нее дома, там никого, а соседи сказали, что она в больнице. Вам лучше прийти сюда завтра днем. Пожалуйста, подождите. Я знаю, что Ирине Сергеевне нужна операция. Я готов помочь. Это лучше обсудите с Ладой. Насколько я знаю, предоплата уже внесена, и вашей помощи, видимо, не нуждаются. Сейчас я очень прошу вас покинуть отделение, иначе я вызову охрану. Я готов для вас сделать ремонт больницы. Идите домой. А что, каждый день предлагают ремонт? Так, я вызываю охрану. Хорошо. Хорошо. Вы знали про операцию мамы Лады? Илья, ты для этого звонишь? Вы можете ее вернуть? Я догадываюсь, что у нее уже другой подопечный. Оплачиваю издержки. Чего ты взял, что у нее новый клиент? Она внесла предоплату за операцию сегодня. Так мне сказали в больнице. Это невозможно. Разве что... Что? Похоже, взялась за старое. Черт, вы можете объяснить?
Добрый вечер, дамы и господа. Рад приветствовать вас. Сегодня воистину необычный вечер. Именно сегодня. Простите. Название «Смешанные бои» приобретает свое Привет, конкурент. Новое звучание. Добрый вечер. Я слышал о твоих проблемах. Сочувствую. Надумаешь продавать бизнес? Звони мне, Аня Журавлева. Я дам больше. На 0.5%. Номер не напомнишь? Да вот на баннере. Я все-таки спонсор как-никак. А дизайн сам делал? А ты молодец, не унываешь. Ладно, не обижайся. Я бы не хотел, чтобы со мной такое случилось. Нужна будет помощь? Говори. Спасибо. Подожди. Соблюдаем правила, слушаем мои команды. Приветствуем друг друга. Ставь на кувалду. Я в теме. Он ее порвет.